Сегодня в России отмечают День местного самоуправления. На районном уровне эту ветвь власти сформировали в 2002 году, на поселенческом – в 2005. Сегодня органы МСУ являются самой близкой к нуждам народа властью. Они отвечают за все сферы жизни района, города или небольшого поселения. Сегодня во Дворце детского творчества в Якутске чествовали лучших работников окружной администрации, отличившихся депутатов Якутской городской думы. Им вручили государственные и муниципальные награды. Администрации города вручили приветственный адрес главы республики. Егор Борисов поблагодарил сотрудников мэрии и избранных депутатов за их труд, пожелал дальнейших успехов и благополучия. Конечно же, скажем, граждане, избирая главу муниципального образования, должны полностью отдавать себе отчет и в какой-то степени нести субсидиарную ответственность за деятельность избранного главы муниципального образования. И ответственность заключается еще и в том, что это самая приближенная к населению власть. Она сформирована самим населением, подотчетна, подконтрольна населению и представительному органу. Поэтому есть, по сути, все правовые рычаги, чтобы воздействовать на деятельность глав, на деятельность депутатов.